Приветствую, друзья! Крепление смартфона на голову с AliExpress. Средняя цена $9. Смартфон закрепляем в держателе, боковины у него раздвигаются под размер вашего смартфона, фиксируем вверх и теперь закрепляем его на держателе. Кстати, на этот держатель можно крепить не только смартфон, но и экшн-камеру, например. Есть ремни для регулировки под размер головы. Сами ремни эластичные. Размещаем на голове. И теперь можем производить съемку. Куда смотрит наша голова, туда идет съемка камеры. Еще очень удобно. Отпускаем барашек и можем регулировать еще угол съемки. Прямо себе под ноги, либо там куда-то метров на 2-3 вперед, либо вдаль. Классная удобная штука для съемок. Вы снимаете, руки свободны. И съемка идет по направлению взгляда. Идеальная штука для съемок на каких-нибудь вечеринках или застольях. Можете кушать, руки свободны, вы снимаете. Главное, лицом в салате не усните. Где найти держатель смартфона на голову на AliExpress? Ссылку оставлю в описании под видео. И не пропусти новый обзор, подпишись на канал.